катаемся на BMW 3. Загрузились, все крепко держатся. На поворотах трясет, но это, я думаю, еще не самая высокая скорость. Все в грязи, иначе не добраться. О, уже началось, только приехали, просвистело, бахнуло. А задача, ну, в первую очередь, сверка, после уже идет корректировка. Ну и третий вид, чем мы любим заниматься, в виде сбросов. Тоже интересное занятие, как покошмарить противника, как мы говорим. Удается? Да, в принципе. Ну, как бы идет эффект от того, то, что он в шоке. Делаю так, чтобы эта бомба, ну как бомба, этот ВОК стал боевым. Это самоделка, сделанная на 3D принтере, носовик. Обычная пружина и гвоздь работает как ножи, ну, при нажатии. Там в центре стоит капсуль, нажал, взрыв. Сброс. На сбросе стоит выведен фотоэлемент, который припаян к сервоприводу. При срабатывании подсветки открывается сервопривод.